Приветствую тебя, с тобой Елена Кошелева, эксперт по отношениям и профессиональный психолог. И сегодня мы с вами поговорим о теме депрессии. Под этим видео ты можешь скачать медитацию «Как понять свои истинные потребности». Что такое депрессия и чем она отличается от апатии? Очень часто мы живем, начиная в нашем детстве, испытывая такие состояния, когда ты что-то хочешь. Ты хочешь бегать, кричать, а тебе говорят «сиди и молчи». Тебе важно рассказать о том, что с тобой произошло, а мама говорит «подожди, подожди, я еще котлетки не поджарила». Или тебе говорят, ну ты знаешь, вообще спрячь все, что у тебя внутри, это никому не интересно, ты выглядишь навязчивой и чрезмерной. И когда мы попадаем в это состояние, мы воспринимаем следующее послание. Я не важна, мои мысли никому не нужны, мои чувства, они не ценны, и вообще может быть со мной что-то не так. И когда мы очень долго получаем вот этот опыт, и у нас формируется понимание, что мне нельзя делать так, как я хочу. Те чувства, которые я испытываю, они либо неправильные, либо чрезмерные, либо какие-то их мало, да, мало любви, мало принятия. Мы начинаем делать так, как надо другим людям. Мы перестаем чувствовать себя. И взамен мы получаем потерю сил. Потерю сил, потерю энергии. И как девчонки, мои клиентки говорят о том, что «Лена, у меня уже черный пояс по борьбе с собой». Появляется много мыслей, да? «Я бы это сказала». И внутри такой диалог. «Как ты можешь это сказать? Ты посмотри, ты же сама его выбрала». То есть у нас внутри появляется такой диалог. Когда тебе что-то не нравится, и ты готова отстоять себя, да? Например, ты не получаешь внимания от мужчины, и тебе очень хочется получить его, и в какой-то момент ты терпишь, а потом выплескиваешь все это. И колоссальное чувство вины. Как я могла такое сделать? Хорошие женщины не ругаются матом, не бросаются тарелками, и вообще ничего такого нет. А я все это сделала, боже мой! И мы начинаем себя обвинять, появляется стыд, и по замкнутому кругу мы опять терпим, и опять у нас включается эта история с тем, что со мной что-то не так, что-то не получается. Второй вариант, который вы можете прокручивать внутри. Тогда, когда вам что-то не нравится, вы даже не решаетесь сказать об этом, потому что вы хорошая девочка. Вам всегда говорили, что хорошая девочка, она делает вот это, вот это, вот это и вот это. Ненавязчивая, говорит тихо, ест мало, ну, дюймовочка, короче. Соответственно, когда ты хочешь разозлиться, у тебя внутри голос говорит тебе, а на кого ты злишься? Ты же сама его выбрала. Ты же сама с ним живешь, ты же от него сама детей родила. Кому ты вообще собираешься что высказывать? Сиди и молчи. Мой, убирай, терпи. Чей-то голос? Бабушки, мамы, либо еще какой-то родственницы. И появляется депрессия, когда ты запрещаешь себе жить. Когда мы работаем в индивидуальной терапии, девчонки многие удивляются, что на самом деле это они с собой делают сами. Уже давно никакая мама, бабушка, папа, дед не стоят рядом и не запрещают. Мы запрещаем себе сами быть собой, жить, чувствовать, проявлять себя. Поэтому приглашаю вас в это удивительное путешествие, познание себя, открытие своего потенциала внутреннего, женственности и своей силы. С тобой Елена Кошелева. И подписывайся на канал, чтобы не пропустить видео. До встречи!